Участниками турнира стали 30 бадминтонистов из Москвы, Обнинска, Калуги, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Гомеля. Игры прошли в одиночном, парном и смешанном разрядах. Организовали и провели соревнования члены бадминтонного клуба «Апрель». Популяризация бадминтона, конечно, обмен опытом и тренерских работ, и вот самих участников, да, игры. Бадминтон – достаточно древний вид спорта, и также он считается одним из самых энергозатратных. Он развивает ловкость, скорость, увеличивает выносливость, а также заставляет просчитывать удары соперника и направление полета валанчика. На соревнования в Десногорск из Гомеля приехал мастер спорта по бадминтону Юрий Савельев. Он отметил высокий уровень организации турнира. Турнир очень нравится, организация на высшем уровне. То есть, ну, для меня это один из лучших турниров, на которых я был. Вот, поверьте, было много в каких странах, вот, и Прибалтика, Польша, Чехия, Франция. Вот. То есть по организации турнир просто великолепный. Победил я в одиночной категории, в парной. Уровень соперников, ну, немножко ниже, чем мой. Вот. Но я приехал сюда первый раз, именно вот познакомиться с новыми людьми, вот, посмотреть место новое. Мне все нравится. Всего за турнир проведено 89 игр. Десногорские спортсменки Элина Шупта и Елена Переходкина заняли третье место в парной категории. Мы с Леной Переходкиной заняли третье место. Игры были сложные, но ничего, есть чему стремиться. Когда-нибудь, может, займем и первое место. Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и подарками.